Здравствуйте, на государственном телеканале «Западная Армения». Очередной выпуск новостей сегодня в эфире. В потаенном раю Вана Западной Армении наступил ледниковый период. Подарки будут розданы 18 тысячам детей Арцаха в епархиях церкви в рамках программы «Поддержи Арцах». Уточнение границы с Азербайджаном станет одним из приоритетов внешней политики Грузии в 2021 году. Анкара хочет пересмотреть Лозаннский договор. Лавров выразил готовность организовать встречу между Арменией и Азербайджаном по Нагорно-Карабахскому конфликту. Армянские фильмы на международном кинофестивале 2020. Традиционный армянский тарехац. Водопад Беркри провинции Ван Западной Армении частично замерз из-за холодов, начавшихся на прошлой неделе. Водопад, достигающий высоты около 15 метров, привлекающий внимание тысяч местных и иностранных посетителей в любое время года своей неповторимой красотой, теперь напоминает ледниковый период, где все покрыто белыми кристаллами, вызывая желание смотреть и любоваться бесконечно. Температура в округе водопада вот уже неделю минус 18 градусов ниже нуля. Координационный комитет программы Первопрестольного Святого Эчмиадзина «Поддержка Арцаха», одобренный его святейшеством Горегином II, Верховным Патриархом и католикосом всех армян, недавно начал реализацию ряда инициатив. Через Управление социальных служб Первопрестола продукты питания и предметы гигиены были предоставлены более 200 семьям, перемещенным из Арцаха в епархиях Ширак, Кугарк и Армавир. Помощь будет предоставлена в течение следующих 4 месяцев и будет также включать оплату счетов за коммунальные услуги для этих семей, проживающих в Армении. Для поддержки программы был получен ряд пожертвований от епархий всего мира в Первопрестольном Святом Эчмиадзине. В 2021 году одним из приоритетов внешней политики Грузии станет уточнение границы с Азербайджаном. Об этом вчера сообщил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, подводя итоги деятельности возглавляемого им и министерства. Напомним, что наиболее спорная часть грузино-азербайджанской границы находится в районе основанного в VI веке монастырского комплекса Давид-Гереджи, на который претендует и Баку, и Тбилиси. В сложившейся ситуации следует еще раз отметить, что единственный способ урегулирования пограничных споров Кавказе – решение пограничных вопросов в рамках Сербского договора, подписанного в 1920 году, который является неотъемлемой частью международного права и имеет приоритет над межгосударственными соглашениями. Министр энергетики Турции Фатих Данмес поднял вопрос о пересмотре Лозаннского договора 1923 года, определявшего границы между Грецией и Турцией. После Первой мировой войны и последовавших за ней войн были некоторые условия, которые были неясны. Возможно, они были основой для сегодняшних дискуссий. Один из них – Лозанна. Но прошло 100 лет. Я думаю, мы можем сесть и обсудить их, договориться о них, отмечает он. Он также обвинил Афины в напряженности в регионе из-за спора между морскими границами двух стран. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров выразил готовность организовать встречу Армении и Азербайджана для обсуждения нерешенных политических вопросов Нагорно-Карабахского конфликта. Как сообщает Арменпресс, об этом Лавров заявил в интервью данным ТАСС. Что касается обсуждения нерешенных политических вопросов, я могу подтвердить нашу готовность как национального сопредседателя, так и сопредседателя Минской группы ОБСЕ поддержать организацию таких встреч, когда стороны будут готовы к этому, сказал Лавров. Как сообщает Panorama.am, фильм режиссера Норы Мартиросян «Когда ветер стихает» был выбран в категории «Первый полнометражный фильм» официального отбора 73-го Каннского международного кинофестиваля. Это первый фильм периода после обретения независимости Армении, который был показан в Канне. Фильм режиссера Арама Шахбазяна «Чунчик» в 2020 году был включен в конкурсную программу «Новые течения» крупнейшего азиатского представительного кинофестиваля в Пусане. Мировая премьера фильма состоялась в рамках Пусанского фестиваля. Фильм Джована Аветисяна «Врата рая» в 2020 году участвовал в обзорах многих международных кинофестивалей. Короткометражный фильм молодого режиссера Александра Багдасаряна «Новогодняя свинья» был представлен в 2020 году на престижном кинофестивале короткометражного кино в Клермо-Ферране. Короткометражный фильм «Ангина Есаян за порогом» в 2020 году также вошел в основную конкурсную программу того же Клермо-Ферранского кинофестиваля. Традиционно в армянских семьях в канун Нового года пекли обрядный хлеб тарехац, значение которого связано с успехом наступающего года. Тарехац имеет круглую или овальную форму, а размер по количеству членов семьи. Его украшают семенами, украшение хлеба символизирует изобилие Нового года. Внутрь кладут фасоль, горох, мелкие косточки или монету, и кому он выпадет для этого человека, год будет успешным. Способ приготовления по данной ссылке. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию ансамбль «Востан». Ну,
Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!